Шереметьево пассажир рейса Москва-Анталья открыл люк аварийного выхода. Он не смог выдержать духоты внутри самолета. На борту отказала система кондиционирования, а вылет рейса сильно задержали. 2 часа пассажиры просидели в закрытом пространстве, обильно разогретым подмосковной жарой. Некоторые теряли сознание. Но вот нашелся герой, который не захотел вариться в кипящем котле раньше времени. Он ринулся к аварийному люку, открыл его, а система выпустила надувной трап. Компании пришлось заменить самолет, зато люди смогли наконец подышать и выпить воды. Что стало со смельчаком, неизвестно.